Есть такие племена в джунглях Амазонки, что совершенствовались в искусстве пыток сотнями лет. Федерация приняла их в свою семью, снабдив чуть более утонченными методами. Они держали Рорка в норе месяцами, обнаженного, и кормили низкобелковой кашей с ядом местных растений. Сломив тело, они принялись работать над его разумом. Когда сдался и разум, принялись душу. Что осталось, переделали, напитав его ложью. Превратили в марионетку. Мучительный процесс. Жестокий. Рорк стал их призраком. Идеальным оружием против нас. Все, отставить! Что они с тобой сделали? Все, отставить! Что они с тобой сделали? Да, то же, что и ты. Дали мне свободу. Когда-то ты учил меня, что призраки не ломаются. Теперь я хочу спросить тебя еще раз. Любого можно сломать, Элиас. Мог бы спросить своего дружка Аякса. Ну, если бы он еще был с нами. Хватай его стул! Хватай его стул! Сюда этого ублюдка! Что, так все и закончится, Элиас? Ты выбросишь меня из самолета? Ты мне все расскажешь о раскопках в Сан-Диего. Ты что, спросишь меня, лейтенант? Опять? Отвечай, Рок. Ты вправду считаешь, что можешь меня сломать, Элиас? Подходите! Ну же! Вот и я! Логан, ко мне его. Это конец, Рорк. Мы победили. Ты меня не победил, Элиас. Ты только что очень облегчил мне работу. Запасное место есть всегда! Со мной. Логан? До посадки я видел только, что он на дерево летел. Твою мать, ложись. Похоже, у нас тут гости. Мы вас найдем. Логан, если слышишь меня, постарайся найти место крушения. Продвигайся тихо, тогда точно нас найдешь. Осторожно.
que haga falta. No me importa si debe registrar los restos usted mismo. No, lo que digo es que él iba en el avión y ellos lo sacaron. Pero, ¿cómo cree que...? No importa. Lo que importa es encontrar los que hayan quedado con los restos, vivos o muertos. Vamos a necesitar los hombres. Sin más peinar los restos. Отлично. Парень хороший, Элиас. Логан, я знал, что ты нас найдешь. Хорошая работа, сынок. Парни, вы готовы? Мако заберет нас в 2 километрах отсюда. Это еще что? В любом случае, просто так не сдаемся. Будем действовать тихо и быстро, попадем домой. Пошли! Кажется, уходят. Идем вверх по ручью и не шуми. Марко, слышишь меня? Мы уже на полпути. Пока идем вдоль реки, но на месте будем.
Еще кто-то возвращается. Мы можем спрятаться за водопадом. Вперед! Вижу их. Затаись, пусть пройдут. Не шевелись. Поторопимся, пока они не вернулись. Вроде чисто. Так, заходим справа. Не высовываться. В бой вступать только если заметят. По моей команде. Так, пошли. Живее. Вертушки над нами. Ждем у опушки. Пусть пролетят. Патриарша. Идем тихо, не светимся. Встречаемся на гребне с той стороны. Ты сзади, идем по одному. Не светимся. Соберитесь, парни. Мы почти у реки. Хэш, вызывай! Мака говорит, сталкер 1-3. Мы у реки и... Командир, запущена ракета! Парни, ну где вас носит? Маку, мы на пути к вам. Держитесь. Вижу пусковую... Ракеты в воздухе! Времени в обрез! Где вы сейчас? Минутку, Мак, она почти на месте! Так точно! Мы готовы к взлету! Видеосвязь установлена. Прием неплохой. Этот говнюк не мог далеко уйти после того, что сейчас натворил. Ты тоже развлечешься, но после меня! Мы так можем промокнуть. Все прыгаем! Командир.